Приближается бархатный сезон отпусков, куда же отправятся российские путешественники. По бронированиям с сентября по середину октября лидируют Турция, Объединенные Арабские Эмираты, следом страны ближнего зарубежья. В топе Узбекистан, Армения и Киргизия. Затем Таджикистан, Азербайджан, Казахстан, Беларусь и Грузия. По России на бархатный сезон больше всего забронированных билетов оформлено в Сочи. Доля этого направления за год выросла с 19 до 32%. Затем следует Москва и Санкт-Петербург. Также в топ-5 входят минеральные воды и Калининград. Кроме того, популярностью путешественников пользуются Екатеринбург, Красноярск, Сургут, Тюмень, Мурманск, Новосибирск и даже Казань, Владивосток, Новый Уренгой, Омск и Челябинск.